Знаете, вообще, в принципе, я сегодня, да, перед выходом из дома слышала о том, что у нас же есть запрет на то, чтобы называть Великую Отечественную войну Великой Отечественной, что можно в Украине теперь называть только иначе, как Вторая мировая война, и, ну, не буду повторять, да, все вот эти, значит, связанные с бендеровцами, да, вот это все в курсе. И мы все знаем, как переписывается история тоже в зависимости от правящей власти, да, от обстановки в стране. Мы учили одно, теперь другое. В Украине вообще третье творится, и мы теперь там враги. Ну, что я могу сказать? Вы знаете, в принципе, когда случилась эта ситуация в Украине, я впервые в жизни своей перестала смотреть новости. Я, в принципе, всегда, я очень любила смотреть новости, и постоянно была в курсе событий. Если смотрела телевизор, то это одна из моих любимых была, да, передач, скажем так, новости на различных каналах, но вот перестала. Слишком через себя все это пропускаю и очень переживала, и потому что все-таки я родилась в Советском Союзе, и я прекрасно все помню, когда Украина была одной из наших республик, и у меня много друзей там. Я не могу спокойно на это смотреть и сотрясать воздух и говорить, что же вы, люди, звери творите. Ну, что я могу сказать? Вот так, я очень расстраиваюсь.